Зачем ты так смотришь? Молчишь, улыбаясь. Загадки твоей не узнать мне вовек. Скажи, как так может, с душою играя, глядеть человеку в глаза человек? Задумчиво щурится, мыслить о чем-то, как будто пред ним ты на чаше весов. Ты видишь лицо, тучи дум отягченное, но мысли закрыты на крепкий засов. Глаза эти словно со мною играют, то ангельски кротко и грустно глядят, да светом своим голубым заливают, как будто бы небо кусочек хранят. Но взгляд тот недолог, в сей миг перемены покажет вторую натуру твою. Где ласка, где грусть? И выходит из плена другой взор. Под ним и сейчас я стою, насмешливо властный, как будто 100 000 иголок из льда полетели в меня. Взгляд светлых глаз под ресницами белыми никак не сойдет, потихоньку пленя. Взор снова сменился, отчего я не знаю, и ангел опять предо мной воплоти. Зачем ты так смотришь? Скажи ко мне, с края. Опять напугал, я случайно, прости.